Подвели итоги и объявили победителей. В городе завершился первый конкурс для школьных медиацентров «Журналисты 21 века». В городской администрации состоялось торжественное награждение победителей и всех участников конкурса. Елена Старостина продолжит тему. Серьезный, сосредоточенный и немного волнуется. Возможно, уже через несколько лет кто-то из этих ребят станет корреспондентом и ведущим местных новостей или отправится покорять медиасферу в столицу. А пока все они участники первого городского конкурса школьных медиацентров «Журналисты 21 века». Итоги показали, да, что у детей есть действительно повышенная активность, что дети талантливы. Фактически во всех трех номинациях было приличное количество заявлений. Сегодня это можно посмотреть. Вот сейчас мы будем подводить итоги конкурса, и, соответственно, мы увидим, что насколько дети талантливы, насколько они заинтересованы. В течение полутора месяцев жюри в составе профессиональных журналистов оценивало работу юных коллег. Печатные издания, ТВ-редакции, информационные блоги. Главная же номинация – лучший медиа-центр. Оценивали здесь то, как развиты все направления в журналистике. Мы с удовольствием рады объявить, что победителем в номинации «Лучший школьный медиа-центр» конкурса «Журналисты 21 века» становится команда Академического лицея города. У нас есть четко выработанная система, как в любой медиакомпании. Наш медиа-центр делится на несколько подразделений. Это отдел дизайна, отдел монтажа, отдел операторства, отдел журналистики, которые работают как сложный механизм, грамотно выстраивая стратегию развития медиа в нашем лицее. Это действительно очень большая ответственность, потому что от того, как качественно мы будем отражать события, происходящие в лицее, так нас и будут представлять в городе, как так будет и отражаться наш лицей в глазах окружающих. Конкурс для школьных медиа-центров – идея общественной палаты, создавшая площадку для юнкоров и давшая возможность проявить свои творческие способности. Поддержали общественников и в управлении образованием. Вы стали первыми участниками первого конкурса «Журналисты 21 века». Наверное, это уже солидно, что вас здесь профессионалы с большой буквы считают за равными. Говорят о том, что у вас есть потенциал. Подчеркивают, что для того, чтобы развивать свой потенциал, необходимо получать не только новые знания, но еще и осуществлять профессиональные пробы. Первый блин получился не комом, а потому организаторы конкурса для юных журналистов обещают, творческие соревнования станут традицией. И уже через год пальму первенства сможет перехватить любой школьный медиа-центр. Главное – не бояться о себе заявить. Елена Старостина, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.